Обзор пляжа Albatross Sea World. Смотрите, наглядно видно, да, что можно заходить, соответственно, в песочек. Есть песчаный заход, и вот тут же плавают с масками. То есть можно и с детками здесь, вот как вы видите сейчас, наглядный пример, смотрите, да, с детьми. И, соответственно, с масочками прям плавают. То есть в этом плане при отеле Albatross все очень хорошо и комфортно. На любой вкус, как говорится. Напоминаю, мой сайт oksana.travel. Живу в разных отелях. В период пандемии вижу все плюсы и минусы. Снимаю для вас обзоры. Подписывайтесь на канал на YouTube. Ну и, конечно же, выгодно бронируйте туры и отели в Египте.